Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. 3000-летние зерна пшеницы в Бюракне, Западной Армении. Армения планирует открыть посольство в Австралии. Макрон жестко раскритиковал позицию Турции по Сирии. Премьер Ирака объявил в Багдаде комендантский час. Командир КСИР. Иран продолжает строительство подземных ракетных городов. Мой двойной Арарат. Работы Межли и Киса Армении сведены в одну книгу. В Константинополе состоится концерт, посвященный 150-летию Комитаса. В результате археологических раскопок в Бюракне в Западной Армении найдены 3000-летние зерна пшеницы. По словам источника, раскопки на холме Нурик в Асалхане, провинции Бюракан, Бенгель, продолжаются с прошлого года. Группа из 158 человек, возглавляемая директором музея Харберта Зии Киличи, во время раскопок обнаружила многочисленные предметы, относящиеся к царству Ван и византийской эпохе, в том числе 3000-летние зерна пшеницы. Для определения типа пшеницы ее отправят в лабораторию США. Напомню, что в течение 2 лет раскопок было обнаружено поселение периода королевства Ван, а также многочисленные находки византийской эпохи. Правительство Армении намерено открыть посольство в Австралии. Об этом в ходе правительственного часа в парламенте заявил глава МИД Зограб Нацаканян. Этот вопрос находится в нашей повестке уже долгое время. Мы в процессе переговоров, отметил министр. Он также сказал, что среди приоритетов МИД открытие посольства в Израиле и Эфиопии. Решения об этом были приняты на заседании правительства. Австралия в списке наших непосредственных приоритетов. Но чтобы точнее обозначить цели и сроки, нужно провести определенные переговоры с нашими партнерами, отметил Нацаканян. Эммануэль Макрон выступил с речью в Страсбурге, где на данный момент проходят мероприятия, посвященные 70-летию Совета Европы. Жестко раскритиковав политику Турции, Макрон указал на то, что в стране совершаются репрессии в отношении тех, кто защищает права человека и демократические принципы, что ведет к попранию этих самых прав и принципов, на которых держится правовое государство. Отметив, что Турция, используя сложившуюся ситуацию с беженцами и мигрантами как предлог, пытается легитимизировать таким образом свои репрессии, Макрон заявил, что его страна никогда не стремится к подобной политике. Президент подчеркнул, что Турция должна выполнять соглашения, заключенные 3 года назад, и что они не позволят Турции использовать беженцев в попытке присвоить себе часть территории Сирии. Комендантский час вводится в Багдаде в четверг с 5 утра по местному времени на фоне непрекращающихся в иракской столице второй день волнений и беспорядков. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление премьера страны Аделя Абдель-Махди. Как в нем отмечается, нахождение гражданских лиц и транспорта на улицах Багдада будет полностью запрещено с указанного времени вплоть до дальнейших распоряжений, передает ТАСС. Высокопоставленный командир корпуса стражи Исламской революции заявил, что процесс рытья подземных ракетных городов не прекращался за последние 35 лет, передает Мехр. Идея строительства этих городов восходит к 1984 году, то есть к запуску наших ракетных программ. Фактически первый туннель был построен до того, как первая ракета была импортирована в страну, заявил командующий аэрокосмическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Гаджизаде. Произведение об Армении великого друга армянского народа, литовского народного поэта, заслуженного деятеля армянской культуры Эдуардаса Межелайтеса обобщены в книге «Мой двойной Арарат». По словам писателя-переводчика Феликса Бахчиняна, книга была издана по случаю столетия Эдуардаса Межелайтеса. По словам Феликса Бахчичана, литовский писатель был не только великим поэтом, но и великим философом. По его словам, после великого русского писателя Валерия Брюсова, Межелайтес второй, кто смог также глубоко вникнуть в армянскую культуру. Он был влюблен в Армению, отметил Феликс. И сегодня, 3 октября, в день рождения Эдуардаса, в концертном зале имени Арно Бабаджаняна состоится вечер, посвященный столетию великого писателя. Также состоится презентация книги «Мой двойной Арарат». Концерт, посвященный 150-летию великого армянского композитора Комитаса, состоится в Константинополе. Об этом сообщает Армени Хабер. Произведения армянского мастера исполнят ансамбли из разных стран, в том числе из Армении. Песни Комитаса прозвучат в исполнении Айнур Даган, Эртана Текина, Геворка Давтяна, Ливона Эраяна, детского ансамбля Лусаворич, Севана Чакряна, Первин Чакар. От Армении в концерте примет участие группа Гохты из США, приглашены Арадин Джан и трио Зулал. Концерт состоится 7 октября в зале Кемал Реси. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ампитак из Чурек Алис».
представлены на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.